тюменский школьник стал призером Всероссийской олимпиады по праву. Глеб Афанасьев показал лучший результат за все время участия тюменцев в этом соревновании. Олимпиада проходила в Волгограде в несколько этапов. Это тест, работа с историческими документами, разбор конкретных юридических случаев и эссе. Конкурентов у Глеба было более 90, а уровень заданий соответствовал третьему курсу вуза. Подготовкой призера занимаются сразу два педагога из первой гимназии и гимназии при ТюмГУ. Эта победа гарантирует Глебу бюджетное место в любом российском университете. В будущем я собираюсь поступать в Московский государственный университет на юридический факультет. Пока что данный вуз является для меня приоритетной целью. Сейчас очень много отраслей, которые я изучал, которые все были представлены на Олимпиаде, и голова кипит, и ты не знаешь, куда ринуться.